Здравствуйте, к нам пришла посылочка с сайта Grot.ua. Заказали семена, сейчас мы ее распакуем, посмотрим, что нам туда пришло. Так, распаковываем. Разрываем. Что там пришло нам? Какой-то подарочек должен быть. Сейчас глянем. Так. Ох, и запечатали хорошо. Пленочкой. Вода не проникнет точно сюда. Так, ножнички. 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 Не хотят разрезаться ножничками. Так, вот. Пакетик какой. Так, что у нас здесь? Накладная пришла, оплачена, куча наших семян. Ну, это неинтересно, это уже документики, да. Так, что нам еще пришло? Подарок еще какой-то там. Куча семян. Так, можно было бы ножничками, оно быстрее было бы. Так, вот такая пачка. Подарок. Что за подарок? Подарок какой-то подарок. Гуматкалия, комплексно концентрированное оргоминеральное удобрение. Спасибо за подарок. Подарок — это всегда хорошо. Так, календарик. Какой-то календарик. 2019 год. О, все. В 19-м мы его и посадим. Шучу. Так. Все, следующее. Так, а вот это уже наши семена. Что это у нас такое? Я не знаю. Фацелия. Говори, что это такое. Фацелия. Сидират. Сидират. Хорошая штука. Дальше. Семена. Давай посмотрим просто, а потом уже будем вытаскивать там. Каждую пачку распаковывает. Это у нас спасатель томатов. Спасатель огурцов. Еще раз спасатель. Спасатель огурцов. Огурцов. Мы спасем весь огород. Все спасем. Так, будем спасать. Помидорчики, удобрения. Удобрения. Что у нас есть еще? Так. Огурец. Огурец. Анулька. Хорошее название. Интересное. Очень много огурцов. Да, огурцов много у нас. Так. Очень много. Будет у нас много в этом году огурцов. Да, редис. Куча всего. Тут дынька, капуста, морковка, огурцы. Так, все много. Все привезли. Все хорошо вроде. Баклажаны вроде, да? Спаржа, это спаржа красивая, да? Спаржа. Так, что у нас там еще? Морковка какая-то. Шантане. На водорастворимой ленте. На ленте, вот это первый круто. Раз. Первый раз берем такое, что-то интересное. На ленте у нас. На ленточке. Каждое зернышко. Да. Ух ты. А мы чуть ниже опустим. О, ну вот так вот настроится. Mm-hmm. О, нормально, все хорошо. Mm-hmm. Будем пробовать. Очень так. Удобно. Удобно, да. Давай, следующие пачками. Тоже такое, салат тоже такой, да? Mm-hmm. Морковка mm-hmm. точно такая, красивая. Mm-hmm. Редисочка. Редисочка. Что у нас там еще? Свекла. Свекла, редис. Кучу семян, это за 7 весь огород. Помидоры, вишенка. Красивые такие, да. И куча помидоры, всего. Отлично. Так что всем довольны. Все пришло, то, что заказывали. Горох. И будут у нас еще арбузики. Да. Морковка. Так что. Да, спасибо магазину. Быстрая доставка. Покупаем, не стесняемся. Мы купим еще что-нибудь. Все, всем пока, спасибо за просмотр.